Приветствую всех своих юных пациентов и их родителей. Я Анастасия Марданова, детский врач-стоматолог клиники Dental Fantasy. Я веду прием детей с самого рождения и до 10 лет. Почему именно детская стоматология стала направлением моей профессиональной деятельности? Тут все просто. Дети – это про искренность, жизнерадостность, тягу к приключениям и большую любовь. Каждый ребенок – уникальная история, частью которой я становлюсь, чтобы найти индивидуальный подход. Именно у нас совместно с родителями есть миссия сохранить не только здоровые зубы детей, но и сформировать на всю жизнь культуру гигиены полости рта. В своей работе использую медицинскую оптику увеличения. То, что обычно не видно глазу, у меня всегда под контролем. Это помогает для минимального вмешательства. Ко мне можно обращаться с появлением первого зуба у ребенка. Я подберу индивидуальные средства гигиены полости рта, обучу родителей и маленького пациента ухаживать за зубами в домашних условиях. Я расскажу об особенностях питания, составлю индивидуальную программу профилактики и лечения. Но если ваш малыш не готов к стоматологическим вмешательствам, проведу адаптационный прием. Профилактика – это лучшее лечение, поэтому профессиональная гигиена полости рта и герметизация фиссур, постоянных и временных зубов – на сегодняшний день наш рутинный прием. Если же вы столкнулись с заболеваниями зубов, я проведу безболезненное лечение кариеса временных и постоянных зубов, вылечу пульпит молочных зубов, при необходимости бережно проведу простые и сложные удаления временных зубов. С радостью жду вас на своем приеме. До встречи в Dental Fantasy!